Привет, друг, я Зверько, а это новостной выпуск обновления 1.3.72. Мы оба знаем, зачем ты здесь, поэтому поехали. Жаль, что анимация зашла немногим, поэтому без котика. Я не знаю точных выходов обликов Веном, я даю тебе только официальную информацию, которая приходит в письмах. Звездный облик Linux, пепельный цветок, будет доступен в праздник с 1 мая. Изменили эффектов навыков Саберу в обликах Шторм, Сабер Регулятор, Анимару и Чардж, не помню как он у нас переведен. Показать не могу, потому что обликов у меня нет. Оптимизировали описание еще 30 героев. И если кому интересно, на настоящий момент вышло на основной сервер 80 героев. Изменения героев. Диги. Ульта. Время иммунитета сократили, теперь длится 3 секунды, а не 3,9, забрали почти секунду. Оптимизировали эффекты в бою. Диги получил небольшой нерф. А Эстес продолжает получать бафы. Пассивка. Увеличили бонус к атаке на 100% вместо 60. Уменьшили чуть базовый урон, теперь 250 вместо 300. Зато рикошет теперь наносит те же 250 плюс бонусы вместо 150 плюс бонусы. Альфа. Ульта. В обнове 1.3.70 сократили КД ульты до 24-22-20. Теперь решили сделать 24 секунды КД на всех уровнях. Лапу-лапу. Ульта. Усиление физической и магической защиты теперь длится 15 секунд вместо 8. Чувствуешь, как сильнее запахло эпохой бойцов? Минотавр. Самый популярный танк ранга. Уменьшили базовую защиту, теперь 18 единиц вместо 23. Ченне. Второй навык. Теперь получает ускорение бега 15% на всех уровнях. Ранее 15% было на 6 уровне развития навыка. Будет со старта проще прицеливаться и догонять врага. Это хорошо. Кимми. Кимми. Уменьшили базовое ХП. Теперь 2450 вместо 2570. Сан. Первый навык. Замедление отклонов теперь не стакается, но его увеличили до 50% вместо 40%. Да не за***. Пассивка. Увеличили лимит стаков для урезания брони. Теперь 10 стаков вместо 5. Итого минус 60% от брони. Джуниор, что с тобой? Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Харит. Прирост брони увеличили. Теперь 3,45 вместо 3,1. Хуфру настиг нерв. Второй навык. Бонус к урону теперь сносит 7% от ХП вместо 8%. Зря, на мой взгляд, он и так достаточно сложен в реализации. Теризла. Оптимизировали управление базовой атакой. Немного увеличили скорость атаки. Сейчас тебе пожалуюсь. Вчера подбирал сборку под него, но играть им боль. Это дико долгая анимация навыков. Тебя успевают ударить автоатакой 2 или 3 раза до твоего первого удара. А их 3. Анимация ульты тоже достаточно долго, успевают отпрыгнуть. По времени она как у тигрила, когда была у того заторможенная ульта. Дальше по мелочи. Гатот ульта. Оптимизировали неверное отображение полоски ХП. Хаябуса ульта. Исправили проблему, когда Хаябуса исчезал во время каста. Не совсем понимаю, если ты в курсе, напиши в комменты. Леоморда Ангела Белерик. Оптимизация эффектов. Грейнджер. Оптимизация анимации. Режим зеркала. Стрелки. Забрали бонус в 10% урона, который был в этом режиме. Убийцы. Получили бонус в 10% к защите в этом режиме. Разработчики. Добавили функцию «Подарить героя». Теперь вам сможет человек отправить героя. Правила пока те же. 20 уровень аккаунта и быть в друзьях неделю. Выпустят сторонние приложения. УУ или АА. Геймбустер. Чтобы помочь в борьбе с лагами и фризами, лишь бы античит за нее не банил, а то всякое бывает. Существенные изменения на этом заканчиваются. Если тебе понравилось видео, подпишись на канал, поделись им с друзьями и не забудь лапку. Пока, друг.